Благодаря инновационной работе, участию в межрегиональном сетевом партнерстве «Учимся жить устойчиво в глобальном мире» мы пришли к четкому пониманию того, что любые новшества должны быть хорошо понятны и видны на уроке, в неурочном занятии, на внеклассном или внешкольном мероприятии. Главное отличие учебного занятия с точки зрения образования для устойчивого развития видим в инновациях, связанных с содержанием образования, и инновациях в формах организации образования. Мы воспринимаем урок как целостную систему, в которой выделяются три уровня – содержательно-целевой, уровень педагогического инструментария и форм, уровень результативности и оценки. Системное преобразование всех уровней и компонентов урока приводит к достижению целей образования для устойчивого развития. Изменяемые компоненты – цель, содержание, педагогический инструментарий, форма организации урока, оценка и результат. Предпочитаем такой способ постановки цели, в котором цели обучения формулируются через результаты обучения, выраженные в действиях учащихся. Мы формулируем, и зачастую делаем это вместе с детьми, цель урока так. К концу урока учащиеся сформулируют, пояснят, поймут, обнаружат, создадут, приведут примеры и так далее по содержанию урока того или иного учебного предмета. Формулирование цели напрямую связано с набором планируемых результатов обучения разделов основной общеобразовательной программы начального общего образования по нашему учреждению «Выпускник научится» или «Выпускник получит возможность научиться». Например, на уроке учителя нашей школы ссылка на видеозапись этого урока есть на сайте дистанционного образования информационно-методического центра города Томска. Цель сформулирована так. Соотнесут содержание урока с зеленой аксиомой, которая учит считаться с тем, что есть граница дозволенного природой. В качестве педагогического инструментария используем различные формы предъявления зеленых аксиом. Мультфильм, пословицу, афоризм, цитату, изобразительную метафору и так далее. На одном из уроков учитель нашей школы предъявил зеленую аксиому в виде творческой работы, выполненной учащимися и их родителями в оригинальной технике. Результат учебного занятия соотносим с его целью, планируемым результатом по определенному учебному предмету. Оцениваем при помощи уровневого оценивания, принятого в школе, оцениваем только те планируемые результаты, которые подлежат оценке. Используем накопительную систему оценивания учащихся – портфолио. Думается, анализ урока, осуществленный с учетом всех вышеперечисленных уровней и компонентов урока, позволит определить продуктивность любого занятия с точки зрения образования для устойчивого развития.